Затеяли мы в этом году две экспериментальные грядки для клубники и земляники с защитой от подземных вредителей, таких как кроты, землеройки и личинка майского жука. Что мы сделали? Вырыли траншею, расстелили в нее укрывной, черный укрывной материал. Засыпали эту траншею землей. Сверху, поверх земли, удобрили переплевшим конским навозом. Пролила я все это еще таким веществом под названием бочка. Ну, в общем, это средство для ускорения компоста. Закрыла соломой толстым-толстым слоем. И будем сегодня сюда сажать земляничку. Вот готовлю вторую грядку по такой же системе. Сейчас она проливается, потому что у нас сухо и копать невозможно. Выкопаем траншею и все так же сделаем. И будут наши растюхи защищены от гадких вредителей. А вот и клубничка на нашу новую грядочку. Здесь у нас 5 стаканчиков королевы Елизаветы. В пакетике вот такое чудо. Мице Шиндлер, потом Клэри, конечно, усы вот эти обалденные, они стоили немало, но рассада ничего такая. И вот Флэр. Чем посадим их на нашу новую грядку и надеемся, что все будет хорошо.